приснился сегодня сон Александру Анатольевичу. Да, Михан? Да. Что надо делать? Что? Доводчик. Доводчик. Заехал он в священный для садоводов магазин. Леруа называется. И там нашел вот такой коричневый доводчик. И сейчас Миша у нас экспериментатор со стажем. Доведет все это дело до ума. Идем дальше, ждем пока. Настроим и все расскажем дальше. Доработали узел. Смотрим. Смотрим, смотрим. Раз. Смотрите. Открылись. Сейчас ветер прям туда дует. Главное закрывание. Обычный доводчик дверной. Чтобы не билась дверь, не болталась, как без него. Поэтому, если кто хочет, у кого установлены двери у нас наши, без этих доводчиков, вы можете их сами, я вот его купил, он в Леруа, прям коричневый цвет, можете приобрести, там недорого он стоит. И сами установить по инструкции, ничего сложного нет. Все саморезы, это все в комплекте входит. Ну-ка, Миша, открой, закрой ее. И главное, смотрите, вымеряйте угол, для чего? Чтобы, когда открывается на крючок, вот видите, спокойно, все равно нужно фиксировать доводчик для того, чтобы плавное открывание закрывать, Миша. Плавное открывание, закрывание, чтобы ветром. Вот сейчас сильный ветер на улице. Видите, она спокойно, плавно закрывает. Плавно закрылась. Ну, ее, конечно, надо подзакрыть под замок. Раз. Потому что тут резинка уплотнительная. И она, доводчика не хватит силы. Хоть мы его даже натянули очень сильно. Вот все, оказывается, все просто. Видите, как приходит. Извиняемся, у кого таких доводчиков нету, но можно самостоятельно установить. Для чего это? Чтобы ветром не могло разбить стекла или дверь. Когда открываете, бывают сильные порывы и может вырвать прям. Вот так вот. Все быстро, видите, мы оперативно делаем, так сказать, все желания. Все отлично. Так что пишите, обращайтесь, поможем, установим. Миша, установишь? Да, легко. Все отлично.